6 июня в администрации Каспийска состоялось рабочее совещание межведомственной комиссии по обследованию объектов потенциальных террористических посягательств и мест массового пребывания людей при антитеррористической комиссии города Каспийска. Присутствовали на собрании руководители силовых и структурных ведомств города, а также представители духовенства. Председателем комиссии выступил исполняющий обязанности заместителя главы Каспийска, секретарь городской антитеррористической комиссии Арсен Шерифов. На повестку дня был вынесен вопрос по обследованию, категорированию и паспортизации религиозных объектов, функционирующих на территории городского округа. Были даны поручения и рекомендации муниципалитетам, которые мы должны сегодня обсудить, разработать дорожную карту, организовать взаимодействие с администрацией города, с структурными подразделениями для выполнения соответствующего поручения. Значит, на территории города Каспийск на сегодняшний день расположено 5 религиозных объектов. С докладами по данному вопросу выступили начальник аппарата АТК по городу Каспийску Муртазали Муртазалиев, юрист центральной джума мечети города Каспийска Фатхул Ислам Магомед Тагир Шанавазов и другие. На сегодняшний день зарегистрировано, по-моему, как раз 3 мечети. Это Фатхул Ислам, Саида Афандии и поселки Вайнус. Остальные мечети, они не зарегистрировались. Мы пытаемся их зарегистрировать, поставить на учет, налоговая инспекция, как положено, утвердит устав. Заслушав и обсудив выступления участников, комиссия вынесла решение рекомендовать председателю Совета имамов города Каспийска Шамилю Багандалиеву совместно с представителями городских мечетей и управлением имущественных отношений города подготовить правоустанавливающие документы религиозных организаций, необходимые для регистрации в Республиканском министерстве юстиции. Сроки исполнения данного поручения до 30 августа 2022 года. Городскому аппарату АТК в лице руководителя организации Муртазали Муртазалиева и руководству отделения вневедомственной охраны по городу Каспийску было поручено оказать содействие представителям духовенства по обследованию и категорированию религиозных объектов.